Открой. Как мы ее откроем? Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет продолжение занятий именно с этими автомобилями, которые мы закапывали год назад. Сегодня что я хочу сделать? Сегодня, как бы печально все это не было, состояние, потому что у тачек стало, просто никудышное. Жигули, которая пролежала в озере, она была намного лучше, да, ее давануло. То, что находилось даже у нее под капотом, выглядело намного веселей. Здесь у нас получилось, что здесь реально было гигантское давление. Пораздавило все. Также двигателя полные воды, как будто она лежала в озере. Потому что там такая болотина. Заводить буду сегодня Жигули и Тойоту. Честно вам скажу, ребят, Ауди, все, привет. Стартер не работает, карбюратор отломили полностью с переходной пластиной, потому что вытаскивать оттуда их было очень тяжело. Машины рвались, надо было цеплять крепко, вязались за лонжероны. И не знаю, каким таким, так зацепили. В общем, когда потянули, отломило все. Там все видно, я вам покажу, поэтому не знаю, как все это дело лепить. Вот если бы не стартер, я бы еще что-нибудь подумал. А стартер вообще, то есть, абсолютно мертвый. Он, когда мы ее и загоняли, если вы помните, он уже фиговенько работал. Сейчас он отдуплился полностью. Поэтому начнем с Жигулей. А дальше уже, если пойдет все быстро и останется время, возможно, тогда что-нибудь там поделаю. Поэтому, ребят, сейчас надо их почистить, подготовить. Воду слить, там продуть, найти искру, там найти топливо. Нам надо, чтобы они хотя бы сделали чих-пых. Поэтому вы смотрите, а я попер заводить. Погнали! Заведется, куда она нафиг денется? Я же без звука. Но радости уже полные штаны, блин. В общем, все хорошо, ребят, все отлично, проверил, стартер работает. Но, как всегда, нам везет, машина стоит на скорости, то есть надо выключить скорость. А чтобы выключить скорость, тут, опять целый квест. Сначала открой дверь, потом помаши лопатой, надо докопаться до ручки, потом поставить нейтральную. В общем, как обычно. О, нейтралка. Это Карсон заделает. Ребят, вы видели, он работает. Да он реально работает. О, все, пар пошел, смотри, с выпускного коллектора. Косяк.
Труба, наверное, забита. Выхлопная. О, работает! Ништяк! Ну, мы, блин, ставили зажигание, молодцы, конечно. Мы долго Нет, если бы я с той стороны стоял, может быть, я бы сообразил, что... А я с этой, ну, ставлю, как обычно, блин. Ай, блин. Ну, все. Ребята, она работает. На самом деле, блин, Жигули. Вот эта тачка просто не перестает удивлять. Вообще, никогда. Так, надо залить в карбюратор хоть что-нибудь. Летит все, блин. Нет, вы видели? Все отлично, все здорово. Жигули работает. Прям, это не может не радовать. Это на самом деле очень хорошо. Есть у меня знакомые, сейчас, да это, наверное, у каждого есть такие знакомые, люди, которые, ну, к Жигулям относятся, ну, очень плохо, прям, ну, очень. На самом деле зря. Вот я вот сколько раз уже пытаюсь им доказать, что это классная тачка, вы посмотрите. В принципе, тут что нужно сделать? Тут сейчас поменять эту прокладочку в карбюраторе, поставить чистый бензин, ну, другой бак, поменять фильтра, заводить и, короче, можно ехать. А, нет, помыть, нет, ну здесь, да, здесь, ну, землю вытащить надо, да, морду приварить ей обратно. В общем, делов немного. В любом случае, выжил трамблер, выжила катушка зажигания. Будем переходить к следующему подопытному. Следующий подопытный у нас будет Toyota. Слушай, где? Чё? Вот она. Вот это гундит, Илюшка. С бензином-то будет интересней? Да. Ну, можно сказать, что завелась. Так. Давай. Мало. Друзья, ну что могу сказать? Toyota тоже хорошая машина.
тарахтит. Ну все, в принципе. В принципе, все. Фу, запарил, как смотри, сейчас быстро. Фу, воняет как он. Фу-фу-фу-фу. Потому что, блин, был в болоте целый год. Вот что показал наш эксперимент. Ребят, на самом деле, через год хранение автомобилей под землей, тем более в таких ужасных условиях, то есть вода, глина, вот эта земля, все это дело заржавело, окислилось, нафиг набралось, набрались полные двигатели воды. Ну, естественно, все релюшки, там, трамблеры, в общем, катушки зажигания, все было в воде. Но, в любом случае, «Жигули» завелась. «Тойота» завелась. «Ауди» не хочет. Она то ли обиделась, то ли что. Я помню, когда ставил ее туда, были проблемы со стартером. Сейчас уже просто напрямую питание на него подаю. Но он все. Он уже даже не мурлычет нисколько. В общем, он, короче, сдох. А как ее завести по-другому, фиг его знает. В любом случае, это показатель. «Тойота», «Жучка», вообще. Ну, про «Жигули», да. Вопросов не было, я был уверен после того эксперимента в озере, что она заведется. Плюс еще расскажу, что машины все карбюраторные и все трамблерные. То есть эта задача, ну, становится намного проще, нежели если бы это были впрысковые машины, где систему всю надо было промывать, где непонятно, что бы там произошло с катушками и с искрой. В общем, простые тачки, они всегда надежные. И в этом мы убедились еще один раз. В общем, эксперимент прошел на ура. Старые машины показали себя очень даже хорошо. Заводятся, все отлично, бухтят. В принципе, если привести в порядок, можно даже ездить. Так что, ребят, на этом у меня все. Смотрите нас, обязательно что-нибудь предлагайте. Подписывайтесь, комментируйте. Ну все, пока. А теперь самое интересное. Это надо все из них вытащить, как-то их отмыть и все-таки увезти отсюда. Как это все проделывать, не знаю, но в общем попробую. Погнали. Ребят, лайкайте побольше. 1030 лайков наберет и вообще замутим. Ну, это на втором канале, на нашем гараж 54 лайф, который. Найдем эвакуатор, который согласится. Зацепим, ну, поставим ее и поедем куда-нибудь, съездим, побалдеем к пацанам, короче, на автомойку. Ну, типа, ну, помойте, блин, салон, а? Че вам, слабо, что ли? Так что ставьте лайки.